Божье слово. Лихапес эт маше шаях лешамаим. Искать дворим шмимиим. Небесного, того, что принадлежит небесам. О горнего есть. Или горнего, да. Горнего. За нимит палел, аба, нимит палел, шетифтах леб шелану. Отец наш, я молюсь, чтобы ты открыл наши сердца. Вета азор лану. И помог нам. Ликабель двореха. Принять твое слово. Амин. Амин. Ani kore psukim barusit, midaber baivrit, Yulia mitargemet uti lerusit. Я буду читать места писания на русском, говорить на иврите с переводом на русский. Лихапес эт маше шмимит. Искать горнего. Кшатем шумим мила азот, еш ассоциация. Когда вы слышите «ищите горнего», у вас есть, возникают ассоциации. Зе ло машу бидьюк миа улам азе. Это что-то, что не в этом мире находится. Зекен каям гам баулам шилану. Это да, тоже находится в нашем мире. Мелех Давид омер, оле шамайма шамата. Царь Давид сказал, поднимусь ли на небо, и ты там. Йорет шиола гам шамата. Спущусь ли в преисподнюю, и там ты. Аз Элохим беколь маком. Господь везде. Аваль, кшебен адам михапес ото. Но когда человек ищет его, азу нифтах. Он открывается перед Богом и становится инструментом в Божьих руках. И я хочу не останавливать вас в вашем желании быть инструментом в Божьих руках. אני רוצה לקרוא מאגרת על הפיליפים 2, פסוקים מ-19 עד 21. Я хочу прочитать филиппийцам 2, с 19 по 21 стих. Надеюсь же в Господе Иешуа вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. То есть Он хочет послать Тимофея как шпиона, ну, можно так сказать, для того, чтобы проверить, что у вас там происходит. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иешуа Машеху. Шауль умер. Тимотеус, есть ли איזושהי מתנה מיוחדת? Шауль говорит, у Тимофея есть особенный дар. כשאני שולח את מישהו לעשות משהו, когда я посылаю кого-то что-то сделать, אז הוא הולך ועושה. Он идет и делает. אבל בדרך הוא עושה עוד 5 דברים נוספים. Но по дороге он еще 5 других вещей делает. אבל Тимотеус כל כך שייך. Но Тимофей настолько принадлежит, он настолько посвящен Божьей воле, что мне его легко послать. Когда мы читаем эти стихи с в правильном переводе, немножко с другим смыслом, написано там, Шауль, Тимотеус, Тимофей, у михапес эт дворим шмимиим, кмоше Иешуа хипес дворим шмимиим. Он ищет горнего, а то, о чем говорил Иешуа, и как он искал тоже небесных вещей. Ве аль Машиах катув. И про Машиаха написано. Ве аль рацон шело лихапес дворим шмимиим. А его желание искать горнего. Катув аль зе Баишаяу 42. Написано. В Исаии 42, с 1 по 4. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, возвестит народом суд. Не возопьет, не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет. Доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Ине Машиах им рацион. Мессия с желанием совершить Божью волю в этой земле. И Тимофей, который хочет служить с Мессией и вместе с Мессией служить другим людям.
Я скажу вам правду. Таких людей, как Тимофей, практически нет в этом мире. Есть такие, очень мало таких, у которых есть особый дар искать того, что принадлежит небесам. Рабим, 99, никуда 9%, мехапсим машехем роцим ласи. В основном люди, 99.9%, ищут того, что хотят они. И особенно из-за этого весь Танах, и в особенности Новый Завет, мы удедим отану льет бабаланс тов в литхот это тева яшана шелану. Ободряют нас принимать постоянное решение подавлять в себе нашу земную сущность и искать горнего. Вы со мной? Танах меадед отану ласот этзе. И Танах ободряет нас делать это. Беглальзе коль ках арбе сипурим. Аль-хаим пратиим шала анашим батанах. Поэтому есть столько много рассказов о личной жизни различных людей в Танахе. Аля авотейну. По наших праотцов. Бамиухад. Особенно. Шаю баатхалата дерех. Которые были в начале своего пути. Баатхалата дерех маше никра эмуна. В начале пути веры. Веэм иру. Ванахну руим дерех дугмаот аэле ма элухим аса бетохам и ма им хаю. И мы видим, Бог показывал, как они жили и что они делали. И все это обращено к нам. Во-первых, для того, чтобы мы могли научиться разнице того, что принадлежит нам, и того, что принадлежит Богу. Во-вторых, чтобы мы могли каяться. В то время, когда наша совесть говорит к нам, или проповедь говорит нам, или каким-то образом Дух Святой говорит к нам, и вдруг ты чувствуешь, секундочку, я здесь слишком охвачен своими собственными интересами. Господь, помоги мне выправиться. И третье, чтобы мы научились этому балансу. Бог не против наших личных желаний. И если человек говорит, я хочу переехать из Хайфы в Тель-Авив, если это твое желание, Бог тебя благословит. Но между тем, что Бог благословляет быть в благословении Божьем и исполнять Его волю, есть разница. Поэтому, если даже в Хайфе, несмотря на то, что тут ниже зарплаты на ту же работу, или здесь вообще сложнее найти хорошую работу, но Божья воля для тебя быть в Хайфе, тогда оставайся в Хайфе. Я хочу ободрить нас в принятии больших решений. Такие решения, как с кем вступить в брак, или где жить, или где учиться, или даже где работать, спрашивать Бога, искать Его воли. И не всегда то, что Божья воля, это будет проще. Когда народ израильский вышел из Египта, они жаловались и говорили, да, мы там жили в рабстве, но, по крайней мере, все равно нам было, даже несмотря на то, что в рабстве, легче была еда, были условия.
אבל אם אתה מחפש רצון אלוהים, но если ты ищешь Божьей воли, אז איפה שאתה נמצא, там где ты находишься, הוא נותן לך גם כוח, он даст тебе и силы, וגם שמחה, и радость, ויש לך כזה סיפוק, и у тебя есть удовлетворение. מה זה לחפש את מה שלי? Что значит искать своего? מה זה לחפש את מה זה שלי? Что значит искать своего? קודם כל יש בפנים דברים כאלה כמו או יצרה, או חטא התחלתית, איך תקראו את זה, איך שאתם רוצים. Есть такие понятия, назовите их как вы хотите, они называются первородный грех или злой корень. תקראו там איך שאתם רוצים. Вы можете назвать их как хотите. וגם האטמוספירה מסביב. И атмосфера, которая вокруг. שמשפיעה עלינו. Которая влияет на нас. ובגדול היא דוחפת אותנו לכמה החלטות שהם בגדול נגד רצון אלוהים. И она подталкивает к нас к решениям, которые против Божьей воли. Или עמדות שהם נגד רצון אלוהים. Или каким-то статусом, который ниже против Божьей воли. לדוגמה. Например. מה עליי חושבים אנשים אחרים? Что обо мне думают другие люди? כמה פעמים אנחנו חושבים? Как часто мы задумываемся в своем сердце, что обо мне думают другие люди? Как я проповедовал, что вы думаете, хорошо? Или как я одет, хорошо? Или как я играл на музыкальном инструменте? Или как я обед приготовил? Или как я разговаривал? Я сейчас не говорю про себя, я говорю про всех. תקשיבו, יש בלנס, איך אני עשיתי מה שעשיתי, זה טוב לדעת שבשביל להשתפר, קריטיקה נכונה זה בסדר. Это хорошо знать мнение других, как я говорил, готовил или что-то другое делал, потому что критика в разумных пределах, она может исправить. אבל יש אנשים שהם חולים. Но есть люди, которые просто больны на это. Ма, тем хошвим алай. Что вы обо мне думаете? Шауль умер, ло эхпат ли ма, что тем хошвим алай. Шауль говорит, хошув ли ма Элохим хошев алай. Что ему совершенно все равно, что про него думают люди, ему важно только то, что про него думает Бог. Шумим? Вы слышите разницу? Никуда дома шния. Вторая вещь, которая похожа. Эйзе карьера асити. Какую я карьеру построил? Например, собираются люди, встреча одноклассников. Ну, ну, так на каких высот ты достигла? Вата? А ты? Киани? Потому что я. А ты мюдим, зэгам штуёт. Это все ерунда. Ки ешь рацион элугим в תנועת חיים. Потому что есть Божье желание и есть жизненный поток. וברית החדשה אומרת, את מה שהגעת, בזה תהיה. ואם אלוהים רוצה בשבילך משהו נוסף, יגלה לך. Потому что Новый Завет говорит, то, чего ты достиг, там оставайся. Если Бог хочет для тебя большего, Он тебе это откроет. עוד נקודה שאני מחפש את מה ששלי. Еще пункт, когда я ищу своего. כמה כסף עשית? Сколько денег я заработал? מה יש לי? Что у меня есть? אני קראתי בימים האחרונים כמה כתבות על מוות של אנשים מאוד מאוד עשירים. Я в один день прочитал несколько статей о смерти очень богатых людей. מה, עזר להם את כל הכסף שלהם לא למות בגיל 61? Им помогли их деньги не умереть в 60-летнем возрасте. אבל הם מתו. Они умерли. לעומת מיליארדים. Несмотря на то, что на счетах были миллиарды. אז אתם יודעים, כל הכסף של העולם. Все деньги этого мира. אני לא מדבר נגד כסף, אגב. Я, кстати, не говорю против денег. כי יש חוכמה גם לחסוך. Потому что нужно иметь мудрость и откладывать, и зарабатывать. Я говорю, я просто говорю про сбалансированное отношение, наше отношение ко всему этому.
В Луки 12:15 написано: берегитесь любостяжания приобретать вещи, деньги, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Лецари арав, к моему большому сожалению, а сфарим ахим мефурсамим баулам, самые бестселлеры этого мира и все менторы этого мира, הם דווקא מלמדים איך לעשות קריירה, איך להיות הכי חזק, איך להיות הכי עשיר. Они учат о том, как сделать карьеру, как быть богатыми, как быть преуспевающими. אבל כתבי קודש מלמדים אותנו, תחפש משהו שמימי. Но священные писания учат нас искать горнего. תהיו בבלנס. Будьте в балансе. ואז הכל מה שאתם זקוקים יהיה אצלכם. И тогда все, в чем вы нуждаетесь, у вас будет. בסוף אנחנו נקרא כמה פסוקים מקהלת. В конце мы будем читать. В конце мы будем читать несколько стихов из Экклесиаста. И там он говорит очень ясно об этом. Но пока мы еще не там. Кто, кроме Бога, знает, что есть внутри нас? Скажите, кроме Бога, кто знает нас лучше, что есть внутри нас? А? Игорь говорит, что хирург. Окей. Анахну альзе уним хасу вехалила. Мы говорим, Игорь, не дай бог, не надо туда попадать. Ми? Они хошев бензуг. Я думаю, что наш супруг или супруга. Они хошев бензуг, они умечезе бензуг. Я хочу сказать, что это наши супруги и наши члены семьи, те, с кем мы живем. Потому что в общину можно красиво одеться, вон как Леон красиво оделся. И можно причесаться красиво. И 2 часа играть роль хорошего человека, который любит всех. Но дома все знают твой язык, твое сердце и твои эмоции. ואני חושב בגלל זה כל כך הרבה פעמים בכתבי קודש אנחנו קוראים שוב על אבותינו. И поэтому я думаю, что столько раз в священных писаниях опять-таки мы читаем о наших праотцах. אפילו דברים כל כך אינטימיים, מה שקורה בבית של אברהם ושרה, במיטה שלהם, או בבית של יצחק או יעקב. Даже настолько интимные вещи, которые происходят в доме Авраама и Сары, Ицхака, Якова. מה שקורה אפילו במיטה שלהם. Даже то, что у них в кровати происходит. למה אלוהים נותן לנו להכיר, להיכנס כל כך עמוק לפרטיות של האנשים האלה? Почему Бог хочет, чтобы мы настолько узнали и вниклись в подробности личной жизни этих людей? שקודם כל, чтобы, во-первых, אנחנו נשווה את עצמנו עם там, мы сравнивали себя с ними, ונראה איך הם התגברו על הבעיות, גם אנחנו נלמד איך להתגבר. И чтобы мы выучили, как они преодолевали сложные ситуации и проблемы, и чтобы мы научились на их примере. Что и мы должны измениться. Мы просто в шоке, читая историю Авраама. Что у Авраама были не только победы, но также и поражения, страхи и проблемы. 2 раза он предал Сару. У него просто какое-то сумасшествие на него нападало в нескольких вещах.
Просто представить себе невозможно, что пережил этот человек, который собирался принести в жертву своего сына Ицхака на горе Мория. Его сына Ицхака. Мы читаем, сын его Ицхак, мы читаем подробности его жизни. Что половина своей жизни этот человек жил в депрессии. Сегодня есть очень много людей, которые живут в депрессии. Есть люди, которые получают антидепрессанты для того, чтобы жить в балансе. И они стесняются этого. Написано про Ицхака, что он жил в депрессии. Пока он не встретил свою жену, он был в постоянной депрессии. Сегодня бы ему поставили диагноз клиническая депрессия. Но один из наших праотцов, наших великих праотцов, Яков, он справлялся с одной стороны с желанием приблизиться к Богу, а с другой стороны просто подставил своего брата, не задумываясь. Соврал своим родителям, соврал своему брату. Был человеком, как мы, с положительными и отрицательными сторонами характера. Но из-за того, что он ходил в тени самого Господа Бога, он был открыт перед Богом для изменения и для покаяния. Я надеюсь, что и мы также. Потому что не пастор в общине, и не рав в синагоге, и не священник в церкви, но твой супруг или супруга видят, кто ты настоящий. И тебе нужно принимать собственные решения и сделать шаги для того, чтобы и улучшиться. Потому что ты можешь достигнуть всего мира. Но в твоей душе ты просто актер, и ты много чего не стоишь. Вы понимаете меня? В принципе, не важно, что человек делает в этой жизни. Я, естественно, не говорю про грех. Не важно, где он работает, какую карьеру он сделал, сколько денег он сэкономил. Самое важное, кто ты есть внутри. И самое важное, это в тот день, когда ты встретишься с Творцом этого мира, чтобы ты мог ему сказать, я действительно старался. Именно недельная глава Корей тоже об этом. И Виталий דיבר היום על структура, ואיך יתייחס לסטרוקטורה. И Виталий говорил сегодня о структуре и как относиться к этой структуре. ואמרתי, זה היה מאוד נכון. И я сказал, это было очень правильно. וכשאני קראתי את קורח, а когда я читал главу Корей, דווקא בשבילי אלוהים שם לפניי את הדמויות, האופי של כל בן אדם הזה. Для меня Бог открыл характеры каждого человека. למה? Почему? שאני יכול להשוות את עצמי איתם. Чтобы я мог себя сравнить с ними. И где-то покаяться. И где-то получить укрепление от Бога. И в сегодняшней недельной главе Корей есть как минимум пять образов. Первый — это Моше,
который был очень скромным и кратчайшим на земле, на него, про него написано. И он чувствовал, что он недостоин этого положения и должности. Но Бог призвал его и использовал его. Призвал его и использовал его. Второй образ — это Аарон. Его способности мы практически не понимаем. Он старший брат Моисея. В те дни старший брат считался как отец. Но он себя унизил для того, чтобы быть подвластным должности Моисея. И он стал его слугой. И Бог настолько принял это, что мы практически ничего не слышим про сыновей Моисея. Но потомство Аарона — это священство левитов. Это что-то очень большое. Корах. Корей. Хахамим умрим, что он был иш маскиль хахам, и гам рухани меод. Мудрецы говорят, что он был очень образованным, очень умным и очень духовным человеком. Аваль баэзешу рега кина нихнеса бо. Но в какой-то момент зависть зашла в него. Ве мидраш мисапер. И мидраш рассказывает нам. Ани ло едим зе эмет, аваль мидраш мисапер. Я не утверждаю, что это стопроцентная истина, потому что нам рассказывает мидраш. Ше гам ишто тамхало что его жена поддерживала его в его противостоянии против Моисея. И сам бы он не пошел туда. Но жена ему говорила, ты можешь, давай. Я буду первой леди. Вы помните рассказ про рай? Там было что-то подобное. Вкуси этот плод. Я сейчас не говорю против женщин. Я говорю про Корею. И там были Датан и Авирон. Они были из колена Рувимова. Они были нечестивые люди. Как мы знаем это? Когда начался весь этот конфликт, в 16 главе 12 стихе написано, Моисей говорит им, придите, давайте мы поговорим. И мы знаем, что Танах — это книга, в которой выбрано и продумано каждое слово. И они говорят, мы не поднимемся. На иврите можно сказать, мы не придем. Но они говорят, мы не поднимемся. Когда Танах говорит про подняться, это значит, что Моисей был на высоком духовном уровне. Они были просто... плохие люди. И они не были там. Но это вот в природе таких людей помешать. Кто когда-то встречал таких людей? Там были еще 250 сынов Рувима. Послушайте. Они на следующий день пришли после всего этого балагана, который произошел. Кадильницы. И держали кадильницы. Они держали кадильницы. 250 их было. Вчера они услышали от Моше, придите завтра с кадильницами.
кадим билайла эхад. От как можно сделать 250 кадильниц за одну ночь? Афилу хавила мисин тагия ахаре шлушим йом. Даже на китайском заводе придется ждать 30 дней доставку. אבל הם היו כבר מוכנים. Но они уже были готовы к этому. כי הייתה להם קינה אמיתית לפני אלוהים. У них была действительно особая зависть перед Богом. הם רצו לעמוד לפני אלוהים בכהונה. Они хотели стоять перед Богом в священстве. ובטוח הם עוד זכרו סיפור של נדב ואביהו. И они помнили историю Надава и Авиуда. מה קרה עם נדב ואביהו? Что случилось с Надавом и Авиудом? Не срифу. Они сгорели. И они даже знали, что это может с ними произойти. Но они очень хотели этого. Нельзя их сравнивать с Кореем, Натаном и Авероном. Потому что их ожидания и их мотивация отличались. Но одно слово говорит против них. Они просто пошли не в том направлении. Я буду в любом случае. Вы знаете, иногда мы выбираем какое-то направление в жизни. Твое сердце говорит нет. Люди вокруг тебя говорят не надо. Бог 10 раз с небес сказал тебе не нужно. Но ты хочешь все равно быть летчиком. А потом ты ломаешь себе голову. И твоя жизнь и разрушается. Когда я прочитал этот рассказ, я подумал про 5 черт своего характера. И у вас тоже есть эти 5. Есть беха Моше. У тебя есть Муше, есть Аарон, и Аарон, есть беха, и Корей тоже есть, в Датан в Авирам, и Датан и Авирам тоже есть. Есть 250, и есть 250 Рувен, сыновей Рувима, שלפעמים דוחפים אותך להזיה, לדמיון, שהוא לא משמיים, которые иногда подталкивают тебя к каким-то глупостям и к представлениям о том, кем ты можешь быть, который вообще не от Бога. И мы должны молиться в этот момент. Аба, Отец наш, я благодарю тебя за хлеб наш насущный, который ты дал нам сегодня, за Муше и Аарона внутри меня, и освободи меня от зла, от Кораха, Корея. И не веди меня в искушение. Не веди меня по путям Датана и Авирана. И помоги мне понять твою волю. Не как 250 сыновей Рувима. Ма Элохим роце авурейну. Что Бог хочет от нас? Они роце ликро кама псуки мехи. Я хочу прочитать несколько отрывков Писания. Тасиму айн бабакаша ве озен. И откройте вместе со мной и послушайте. Иеремия, 9 глава, 23-24. Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благодно мне, говорит Господь. Я анигам куреме когелет хамеш. Из Экклесиаста, 5 глава. מפסוק 17 ובת קהלת 6 עד פסוק 3. אקלסיאסטה, следующая глава, 3 стиха. Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих,
какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Это не то, что ты достиг чего-то, это только ты своими силами достиг. Это Бог дал тебе. Поэтому будь благодарен. И почитай его за его милость и благодать. И написано, недолго будут у него в памяти дни жизни его, потому что Бог и вознаграждает его радостью сердца его. И дальше. Есть зло, которое я видел под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство, имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Уехал икно Ауди, в БМВ, в Машу Руце. Человек может купить себе Ауди, БМВ, все, что он хочет. Но не дает ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил 100 детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было ему и погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его. Аколь маши еш бахаим. Все, что есть в этой жизни, Элухим нотен лану. Бог дает нам. И вместе с Рав Шаулем нам очень стоит сказать, я умею жить в богатстве, в изобилии и в нищете. И так могу. Я хочу видеть Божью руку во всем. Очень важно, когда ты живешь перед небесами. Не важно, что люди думают про тебя. Но очень важно устроить дом, уважать своего супруга и воспитать детей. Очень важно служить Богу всем, чем Он попросит у тебя. Очень важно работать, пытаться, но получать удовольствие от всего, что ты делаешь. И царь Соломон сказал такие слова. Больше всего хранимого храни сердце свое. И есть стих, который больше направлен к женщинам в первом послании Петра. Там сказано, но сокровенного сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Руах намуха, блигава, бепаштут. Скромный человек, скромного и сокровенного духа, без гордости, в простоте. А я говорю это не женщинам, а сейчас всем, абсолютно всем. Потому что тот, кто ты внутри, это тот, кто ты на самом деле. Когда пророк Самуил пошел выбрать следующего царя Израиля, он впечатлился тем, как выглядят старшие братья Давида, потому что они были высокими и красивыми. А Давид был таким маленьким, рыженьким, на которого Самуил даже не взглянул. И что тогда сказал ему Бог в этот момент? Бог смотрит по-другому. Мы должны спросить его, что ты видишь внутри меня?
И дай мне мудрость, как идти за тобой. В Мессии, в силе, которую высвободил Иешуа, которая воскресила его из мертвых, есть возможность для каждого из нас измениться. Только не нужно в себе держать вот это упрямое желание чего-то. Бог может дать нам лучшее будущее и привести нас в радостное место. И Он высвободит в нас много света для спасения всего мира.